этот город у слияния Витьбы и Двины, посредине мироздания, на краю весны, и под звездами стоит он, и века стоял на особенных магнитах, как сказал Шагал. Знаете, в каком мы городе? Внимание, мы в Витебске. Из этого маленького, когда-то еврейско-белорусского, потом еврейско-белорусско-русского, еврейско-белорусско-польско-литовского города, где сошлись культуры около Западной Двины, где все началось с викингов и пошло дальше и дальше, расцвела невиданная культура, давшая духовные ростки и направленная в Нью-Йорк и Париж, в Швейцарию и в Иерусалим, куда угодно, в города и страны. Да, мы в Витебске, в этом уникальном городе. Узнаете эту ратушу, да? Она так или иначе присутствует во всех картинах Шагала. Бес играй здесь. На той самой ратуше Каланче, которая воспета Шагалом и которая на занавесках Гранд-Опера в Париже, Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, которая в синагогах и православных центрах, которая в католических и протестантских храмах. Вот это вот Каланча, это ратуша, и я уже не скрипач на крыше, как меня называют шведские газеты. Я уже скрипач на вершине вот этой шагаловской точки притяжения. Дальше только небо. Знаете, почему мы остановились в этой гостинице? Из-за этих бочек. Ведь отец Марка Шагала был грузчиком селедок. Он об этом Шагал пишет в книге «Моя жизнь». Он же таскал эти тяжелые бочки с селедкой. И вот эти бочки, вот прямое напоминание о шагаловском отце, о корнях. А зачем оператор снял кота? Какой старый кот, очень живописный. Когда смотришь на этого все повидавшего кота, начинаешь думать о том, что пришлось повидать или пережить городу Витебску. За свою долгую историю он не раз менял гражданство. Был и польским, и литовским, и российским, и белорусским. Он не раз сгорел. Сам Петр Великий отдал приказ сжечь Витебск, заподозрив горожан в пособничестве войскам шведского короля Карла XII. Наполеон обращался к жителям с одного из балконов города. Истории города давно перевалило за 1000 лет. И даже в рунах викингов есть упоминание о Витебске. Давайте посмотрим, как двигались викинги из Скандинавии по направлению к Витебску и Полоцку. Они там оставили свои рунические камни, следы пребывания. Давайте попробуем посмотреть на карте. Так они начинали. Вот так они переплывали Балтийское море. Викинги, это очень хорошо известно сегодня, везли с собой янтарь. Тот странный, сказочный янтарь, который в Европе обозвали электроном. Начинался Великий путь по Даугаве, вот она наша Даугава, вот мы плывем по ней, вот здесь город Даугавпилск, а дальше вот теперь наша Даугава превращается в Двину, вот она западная Двина, и вот здесь совсем рядышком две великих реки, Двина и Днепр. Можно в Днепр, по Днепру до Полоцка, а можно вернуться назад к Двине и оказаться в Витебске. Витебск находится в очень удивительном месте.
давайте попробуем совершить несколько путешествий. Вот мы из Витебска отправляемся в Варшаву. Теперь смотрите, из Витебска туда, где сегодня Санкт-Петербург, тогда Ниншан, крепость. Вот из Витебска в Москву. Из Витебска в Киев. Обратите внимание, что происходит. Вот они все великие торговые центры. И в центре этого круга Витебск. Также когда-то в окно выглянул Шагал, и теперь весь мир через окно смотрит его взглядом. Кстати, это район Песковатики. Здесь родился Шагал. Вот это вот все Песковатика, это все поэзия вот этих маленьких старых домов. Вот я вам советую пройтись по улицам Песковатики. Это особое ощущение. Там аура. Там аура, клянусь. Это не просто деревянные дома. Нет. Пожалуйста, вот вроде бы современный городской дом, но где, если не будет этого дома? Видите, в деревню уехали. Это центр города, понимаете? После такой прогулки хочется опять пересматривать работы Шагала. И вы скажете, боже мой, вот она, это поэтизированная, вот она, эта сказка, вот этот миф. А он есть в мире, он есть на самом деле. Вот это, может быть, самое удивительное место города. Смотрите внимательно, смотрите, здесь Витьба впадает в Двину. Вот это вот река Витьба. Такая скромная деревенская речка, но течет она в самом центре большого города. И когда я в детстве босиком с друзьями бродил прямо по этой речке, ее можно переходить вброд и вдоль и поперек, то это было совершенно невероятное поэтическое ощущение. Река лежит внизу, глубоко во враге, а над ней всюду возвышается уникальный город. И называется она, еще раз говорю, Витьба. Вот отсюда и название города. Витебск. А вот она, любимая шагаловская лошадка. Вот, смотрите, мы едем на лошади по Витебску. Это удивительно, а почему у нас девчонки... Для неженатой части человечества. В Витебске самая красивая в мире девочка. Верьте мне, я объездил весь мир. Самая-самая. Вы знаете, это все моя молодость. Подъезжаем к дому Шагала. Лошадочка останавливается. Вот он, дом на Покровской.
Вы знаете, мне повезло. Когда я был маленьким, я видел в Витебске очень многих людей, которые видели и знали Шагала. Смотрите, как спрессовано время. Они рассказывали о Шагале. Они говорили о Шагале. Они говорили шепотом, потому что громко, вслух, нельзя. Такого художника официально не было. Не существовало. Ой, как хорошо, молодцы. Вот, знаете, вот на Западе этого нет. В России есть поклонение домам, где жили гении. Каждой вещи, которой гений мог коснуться. На Западе в этом смысле более материалистично. А я согласен с нашей традицией. Этот чайник – это шагаловский чайник. И знаете, что это значит? С точки зрения даже молекулярной биологии. Это значит, что часть молекул Шагала и часть молекул чайника соединялись. И это значит, что здесь вокруг чайника есть аура Шагала. Вот подумайте об этом. О всеобщей связи всего со всем. Я считаю, что это одна из лучших скульптур в мире. Можете со мной спорить. Скрипка Шагала. Вы должны обязательно увидеть, что это скрипка в виде Парижа, Эйфелевой башни, а вместо подставки и струн там старые витебские дома. Того самого песковатика, на котором родился Шагал. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с Валерием Могучим, автором скрипки Шагала. Приезжайте сразу же к нему в мастерскую. Она как раз в самом удивительном месте Витебска, в том самом старом городе, воспетом Шагалом. Я вас приведу туда, там нет таблички. Это просто старая дверь в старом доме. А когда заходишь, попадаешь в сказку. Перед вами удивительный, очень известный портрет Марка Шагала. Его написал учитель Шагала, легендарный Иегуда Пен. Его можно считать основателем художественной школы Витебска. Это он, удивительный художник, по сути своей реалист, стал воспитателем всех направлений, всех видов, того взрыва живописного, который Витебск оставил на планете. Дом, в котором работали вместе Шагал и Пен. А это детские рисунки. И к ним мы еще вернемся. В Витебске, среди прочих, с нами приключилась одна удивительная вещь. К нам пришли и сказали: а вы в следственных органах были? Мы испугались, мы сказали: мы не совершили никакого преступления. Нет, нет, вы должны там поснимать. Мы пришли туда. И что мы там увидели? Кабинет исследователей. Это центр криминальных исследований. И вдруг картина Шагала. Между этими страшными дверями, куда заходят подследственные, где решаются судьбы людей, жизнь и смерть, свобода или тюрьма. И вдруг, боже, вы посмотрите, что творится. Сказка. Какое счастье, что на земле был Марк Шагал. Едем по дороге, по которой много-много раз ездил Шагал. Мы едем из Витебска в Лиозно, второй святой город шагаловского детства. Здесь моя душа, здесь и ищите меня. Вот я, мои картины, мои истоки. Ищем здесь.
улица называется очень интересно. Она называется Театральная. Вы можете себе представить? Вот это Театральная улица. А вот это вот самый настоящий театр. Смотрите, театр вещей. Где каждая вещь выступает как актер в своей собственной роли. Вот это тоже дух Шагала. Полифония, многоголосие. Кстати, из этого города вышла одна из самых великих музыкантов нашего времени. Мария Вениаминовна Юдина. Она в те далекие времена играла музыку гонимых Стравинского, Кженека, Хиндемита. Она играла и читала стихи тогда запрещенного Мандельштама и Пастернака. Вдруг переставала играть в большом зале консерватории и начинала читать стихи. Ходила всегда в черном платье до земли и в кедах. Профессор Московской консерватории, Петербургской. Самая великая мечта у любого музыканта была получить хотя бы один урок у Марии Вениаминовны Юдиной. Она вот из этого маленького еврейского местечка. Значит, что-то есть в воздухе. Я бы предложил многим, кто мечтает стать хорошими музыкантами, приехать в Витебск, в Лиозно, а вдруг вы почувствуете эту атмосферу. Когда закончилась война, Витебск лежал в руинах, и в Витебске осталось 110 жителей. О, Боже мой! Разрушить такой город... Вон там дальше Репин купил себе дом, чтобы иметь возможность каждый день приходить в город и любоваться его неповторимым ландшафтом, его совершенно невероятной структурой, его свечением. Репин очень полюбил этот город, считая его одним из самых уникальных городов мира. Он даже сказал, что есть два города, Витебск и Толедо. Это два самых любимых города Репина. Витебск и Толедо, подумайте. Это Иван Иванович Салертинский. Один из самых уникальных людей в истории искусства. Он говорил на 28 языках. 28 языков. Он писал, что 16 свободно, а остальные с некоторой помощью словаря. Он преподавал во всех учебных заведениях одновременно. В консерватории, в Академии художеств, в технических университетах. Читал про космос, про технику, про физику, про математику, про музыку, про историю искусств. У него не было границ памяти. Он тоже из Витебска.
Вот это вот Витебск. Вот сколько стилей, посмотрите, что творится. И крыша, крыша. Чем не кусочек Стокгольма, смотрите. Карлсон. Почему бы не поселить Карлсона? Кстати, Витебский свой Карлсон. Старик Хоттабыч, автор знаменитой сказки, которую знают все русские дети, о джинне, который вылез из бутылки и летал на ковре-самолете. А потом прилетел Карлсон. Этого человека, автора сказки о джинне, звали Лагин. Он тоже из Витебска. Вот это чувство полета, оно распространилось на весь мир. Полета над городом. Это над Витебском полет. А вы, когда приедете в Витебск, вы поймете, почему, откуда родилось это ощущение полета. «Es klingt in mir die Stadt die Weite». «Звенит во мне далекий город». «Звените во мне далекий город». Или еще строчки из знаменитого обращения Шагала к Витебску, который я тоже перевел с идыша. Оно опубликовано было в 1944 году, 15 февраля, в дни, когда Витебск был в оккупации. И Шагал опубликовал письмо, в котором он высказался о своей любви к городу, своего детства, своей юности, с мечтой о том, что город будет освобожден. И он славит в этом письме свою родину. Это письмо сыграло очень большую, кстати, роль. Оно было опубликовано по этому письму. Очень многие, он тогда жил в Нью-Йорке, очень многие американцы сдавали средства в фонд советской армии, тогда Красной армии, а сам Шагал даже несколько работ, о чем долго замалчивали вообще, когда пытались заклеймить Шагала, даже несколько работ своих тоже отдал в этот фонд. Так вот, это письмо я перевел, его долго никто не хотел публиковать. Наконец, в день открытия шагаловской выставки в Москве его опубликовала литературная газета с моим коротким примечанием вообще. Это сыграло исключительную роль в деле возвращения Марка Шагала в Витебск. «Коли изнову мне доведется прийти до той раки далекой, тяче во мне молитвой, льется спокой над бездонью глубок мой город. Мяне не забыл ты еще, рака твоя в теле моим тяче. Мой город мяне не забыл. Не забыл ты еще, мой город, мой город, мой город». И все же самым верным подтверждением того, что Марк Захарович живет в этом городе, стали дети. Их учителя открыли им творчество Шагала. Боже мой, смотрите сами, слушайте сами, что случилось в их жизни.